Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден официально признал геноцид армян в Османской империи. МИД Турции уже назвал это заявление популистским и полностью его отрицает. В 1915 году на территории Османской империи были убиты около 1,5 миллиона армян, это около половины всех армян мира на тот период. В Армении тут же отреагировали на хорошую новость из США. Люди вышли на улицы в Ереване и во многих других городах Армении, чтобы отметить это долгожданное событие. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.